Хотел бы у вас поинтересоваться по общему настрою. Как вам в целом сейчас работа в BigSup? Напишите, пожалуйста, плюсы. Те люди, которые уже успели заработать деньги, и те, которые уже выводят неоднократно их. Я знаю, что у нас уже в компании есть люди, которые вот-вот станут первыми рублевыми миллионерами. Это действительно очень приятно понимать, что действительно механизм, который был запущен, он работает. Работает вот просто превосходно. Вот. И да, поэтому, техническая часть. Поэтому очень, скажем так, поздравляем тех людей, которые уже двигаются напролом по маркетингу, понимают всю ценность предложения. И это только начало. Дальше будет все интересней, все денежней. И мы вас будем в любом случае радовать все больше и больше теми разработками, да, и наработками, которые у нас есть. Чуть позже об этом тоже с вами поговорим. Да, то есть останавливаться в плане разработки мы не собираемся, и планов уже достаточно много по этому делу, но, сами понимаете, сразу все делать невозможно, и есть приоритеты, соответственно, многие факторы, поэтому все это будет постепенно, мы как бы, знаете, не на годок пришли, поэтому в дальнейшем будет постоянно внедряться все новое, новое, новое. Так. Каждый день вывожу лучше. Да, с выводом вообще никаких проблем. Ребят, помните, мы вам говорили по поводу одного из наших сервисов, который мы уже анонсировали. Если вы помните, что это за сервис, напишите, пожалуйста, в комментариях, а то мы уже забыли и сами, что мы анонсировали. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Мы анонсировали кэшбэк, поэтому можете так и написать, где наш кэшбэк? Ребята, я вам хочу сказать приятную новость. Кэшбэк абсолютно и полностью готов. И на этой неделе мы будем его тестировать. И будем делать первые заказы через наш сервис партнерский, в котором уже вы сможете работать в самое ближайшее время. И будем делать видеоотчет о том, как это все работает, о том, как мы делаем заказ, о том, как нам его привозят, о том, как в нашем личном кабинете начисляется кэшбэк и о том, как мы благополучно этот кэшбэк начинаем тратить. Надо было вот так еще сделать. Вот, поэтому я всех вас поздравляю с этой прекрасной новостью. Действительно, это была такая интересная работа, которую мы наконец-то довели до ума. Кто еще не видел, как этот кэшбэк вообще выглядит и как его найти, Евгений сейчас в комментариях оставит еще раз дополнительно ссылочку на него. Но я сейчас вам попробую вот так вот показать его. Вот наш кэшбэк. Так он выглядит. Вот, соответственно, в самое ближайшее время ваши лидеры, лидеры ваших структур будут вам скидывать ссылки для того, чтобы вы смогли зайти в ваш личный кабинет и уже начать им пользоваться. Вот, и мне бы хотелось услышать от вас обратную связь, насколько вам понравилась эта новость и насколько, в принципе, необходимо дальше заниматься этими разработками, потому что в наши планы входит не только кэшбэк, а многие-многие другие задумки, которые мы будем реализовывать в первую очередь для вас. Для того, чтобы вы не только получали возможность зарабатывать действительно максимальное количество денег, которое возможно зарабатывать, да, в маркетинге, потому что все-таки компанию мы в первую очередь сделали именно для людей, вот, потому что о заработке как таковом в первую очередь мы не думаем. Мы думаем для того, чтобы наша компания привлекала партнеров, все новых и новых партнеров. Вот, и будем нацелены на то, чтобы вы получали не только, да, финансовое благополучие, но и определенные классные знания, которыми вы в дальнейшем сможете пользоваться, а также смогли экономить, когда делаете те же привычные покупки, которые... Поздравляю вас с этой новостью. Я думаю, что уже день-два, и ваши лидеры уже начнут скидывать вам ссылки для доступа в ваш личный кабинет. Если вы заметите, то там будет, когда вы переходите в кэшбэк, авторизироваться через BigSup. То есть там есть социальные сети и самое последнее именно BigSup авторизация. Вы нажимаете именно авторизацию через BigSup для того, чтобы
была привязка и синхронизация именно с Биксапом, а не через ваши социальные сети. Так, что я еще хотел интересного сказать? Жак, иди сюда, сейчас. Я не знаю, может быть, кто-то уже видел, кто-то замечал, наверное, в наших публикациях. Да, запись обязательно будет. Наверняка вы уже все видели, что мы частенько на публике появляемся вот в такой брендовой одежде «Салют». Это, скажем так, бренд, который мы продвигаем, которым мы тоже занимаемся. И вот у нас такая еще будет для вас интересная новость. Всем партнерам компании «Биксап» будет предоставлена скидка на покупку данной одежды в размере 15%. И если по вашей рекомендации приходит человек в наш магазин и покупает по вашей рекомендации одежду, то вы получаете плюс 15%. То есть человек экономит 15%, и вы еще зарабатываете 15%. Оцените эту новость от 1 до 10. То есть это будет как некий продукт. Один из продуктов, то есть все говорят, надо пощупать. Да, нужен физический. Прям. Ты не только можешь пощупать теперь, ты можешь это надеть и красиво, стильно выглядеть. Линейка, естественно, будет всегда пополняться. Да, сейчас ассортимент не огромный, скажем так, но это все в процессе. То есть это именно процесс создание, скажем так, дизайна, производства, все это идет с нуля, да, это не какой-то там перекуп, это именно уникальный бренд. Соответственно, да, можете теперь совершенно спокойно говорить, что в вашей компании теперь появился еще дополнительный продукт в виде одежды, где каждый партнер получает максимальную скидку. Ну и для девочек тоже есть кофточки, и, скажем так, по пожеланиям, мы всегда будем прислушиваться и будем разрабатывать все новые, новые и более стильные дизайны. Чуть позже мы добавим все это, соответственно, в личном кабинете. То есть будет отображено, и кэшбэк, и одежда, и будут еще всякие разные фишечки по поводу этого. Да. В плане взаимодействия с потенциальными клиентами, чтобы это было удобнее. И, соответственно, чуть позже все это будет реализовано в кабинете, но говорим сейчас, чтобы вы уже дали обратную связь, и мы поняли, что действительно ли это нужно, или кому-то нет. Десяточки. Поэтому приезжайте, Обводный 199, будем рады вас видеть в наш шоу-рум. Как раз-таки познакомитесь, кто еще с нами не знаком, померите одежду, получите скидку или заработаете. В общем, получите кучу эмоций, кучу контента и новый прикид. Санкт-Петербург, Обводный канал 199. Да, то есть как в документах компании указан адрес, вот там же мы и находимся, там же офисы есть. Кстати говоря, ребят, тоже важный момент. Все пишут, где вебинары, которые проходят. Вебинары у нас все сохранены. В ближайшее время у нас будет доделаны специальные вкладки на сайте, и мы выгрузим все вебинары, все тренинги, которые уже проходили, для того, чтобы те люди, которые не смогли их посетить, смогли посмотреть их в записи. Также после каждого вебинара мы сделаем тесты, на знание пройденного материала, потому что многие как делают? Включили вебинар, пошли себе нарезали бутерброда с колбасой, пока там чай себе мешали, уже кучу важной информации пролетела мимо ушей. Лично я привык какой-то тренинг прослушивать 2-3 раза и самое главное делать определенные пометки себе в конспектах. Потому что все-таки есть разные каналы восприятия информации, есть аудиалы, есть визуалы, есть там кинестетики. И когда вы не только слушаете, но еще и пишете, записываете, информация воспринимается там в 90 раз лучше. Поэтому я вам советую, когда мы добавим все вебинары в разделе в специальном, еще раз это все пересмотреть, ответить на те вопросы, которые будут по теме вебинара, и убедиться, что реально вы тему... уже есть 3 штатных тренера, состав мы будем постоянно пополнять, ну и помимо этого делать дополнительные конкурсы. Годовщину будете отмечать в Питере? Так, годовщину будем отмечать в Питере, я думаю, да. Будем отмечать 10 лет. Год это так себе. Год оно такое. У нас срок окупаемости проекта для нас, как админов, от 3 до 5 лет. Поэтому что нам праздновать? Мы работаем. Да, кстати, то есть при нынешнем маркетинге, который у нас стоит, срок окупаемости нашего бизнеса... Для нас. Да, для нас именно, как для предпринимателей, так скажем,
От, ну, как бы от 3 до 5 лет. 4, да. 5, то есть, да. Я думаю, вы понимаете, что. Давайте, ребята, вы задайте, может быть, какие-то вопросы, если у вас есть. Я поотвечаю. Кстати, ну, Ренат, да, вот был вопрос по поводу вещей. Да, свое, ну, как бы, производство в Питере, это питерская одежда. Полностью все. Свое, да. Производство, швеи, оборудование. Да, то есть все вообще как бы. Дизайн. То есть не просто купили вещи, да, и там нанесли логотипы такие вот продаем. Полностью как бы делается концепция, вырисовывается все эти эскизы, потом это тестируется, смотрится, ну как бы. То есть вот недавно делали новый образец рюкзаков, то есть привезли футболки рюкзак. Новые. Да, то есть новые футболки, кстати. Нет. Все покажу. Привезли рюкзак, то есть его сшили, привезли, посмотрели, как, где что подходит, где удобно, неудобно, выявили какие-то там минусы, решили, ну, как бы, передали обратно, как бы, переработку, так скажем, да, чтобы что-то доделать. То есть все это производство полностью питерское, и поэтому, то есть, полноценный продукт. По поводу одежды производство свое, да, ответил. У матросов нет вопросов. Так, давайте, ребята, еще 2 минутки. Вот, то есть, ну, вот сейчас только что вот появилась новая концепция футболок, еще одних, то есть, вообще круто, блин. Вот так, вот так, вот так. Две. Если хотите, да, ну, давайте я вам покажу, то есть, вот так это выглядит, вот такая футболка белого цвета, конечно, может быть плохо видно из-за качества, но примерно вот так, то есть... Там дальше не то есть каждый раз пополняются новые позиции. Вот в дальнейшем. Ну и для супер крутых лидеров, да, которые уже будут находиться на вышестоящих полах, размер скидки и размер прибыли будет увеличиваться. Да, то есть от этого тут будет также зависимость, что чем выше пул, соответственно, прибыль вы получаете больше. Так, да ну на, пацаны, да вы вообще красавцы. Так, а почему логотип не Big Sub? Ну, потому что, как, потому что все... Это очень топорно. Да, то есть это, ну, как бы, немного не так бы все выглядело. Вот, поэтому многие компании, даже крупные, они делают, если делают дополнительно еще производство одежды, то... делают совсем другим, ну, стилем, и если и указывается их логотип, то где-то вообще вот, знаете, на обороте там. Так. Если получим хорошую обратную связь, то можно сделать прям какую-то с логотипом фирменную. Да, да, то есть, если, да, кстати, это можно сделать, да, то есть... Вообще без проблем. Если вам понравится, да, когда мы это уже полностью все внедрим, вам понравится, и вы поймете, что круто, я хочу такую же себе там кофту или еще что-то с логотипом с каким-то, мы сделаем какую-то крутую концепцию, где будет там, не знаю, Big Sub, не просто, знаете, вот здесь сбоку, конечно, а что-то действительно крутое, и сделаем, так сказать, линейку именно таких кофт, штанов там, не знаю, футболок. Курток, да, шапок. Курток, шапок, что угодно. Или, может быть, это будет брелок какой-то, знаете, там, на ключи, и что угодно. Так, парни, вы молодцы, я влюбилась в ваш маркетинг, вам сил, терпения.